К другим темам. У губкинцев с проблемами зрения и слуха появится дома собственная горячая линия. Установка этих телефонов уже началась. Они используются для вызова экстренных служб. Для этого пользователю достаточно снять телефонную трубку, подержать ее определенное время без набора цифр, и сигнал поступит в единую дежурно-диспетчерскую службу. После этого на место выйдут экстренные службы реагирования. Первой, у кого дома появилась такая горячая линия, стала инвалид по зрению Галина Сергеева. Я пользуюсь вот какой лупой, когда вот мне что-то надо на телефонах, везде лупой приходится, это как без лупы я вообще не вижу вот эти как цифры на телефонах, вообще не вижу. Только мне надо лупу. И если поставить мне эту услугу, телефон такой, такого формата или что там, mm-hmm. она, мне это очень нужно, понимаете? Данный вид услуг был выполнен по заказу администрации города Губкинский. Услуга предоставляется той категории абонентов, скажем так, инвалидам по слуху, по зрению. Телефоны горячих линий устанавливают в соответствии с решением заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Такие же телефоны в ближайшее время появятся еще по нескольким адресам губкинцев.